18 и 19 мая Саровский драматический театр приглашает горожан старше 12 лет на театральный урок мужества «Ласточки Победы». Начало в 18:00. 19 мая в 11:00 на сцене пройдет музыкальная сказка «Летучий корабль» для лиц старше 6 лет. Для маленьких зрителей 18 и 19 мая в 11 и 16:00 откроют свои двери театр «Кукол-кузнечик». Там покажут спектакль «Колобок». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 3 лет. Городской музей приглашает на выставку живописи Валентины Девятайкина «Мой любимый Саров». В выходные в художественной галерее покажут выставки из художественной коллекции «Весенний день» и «Весенние деньки». Посетить экспозиции могут все желающие. В выходные парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 19 мая в детской школе искусств номер 2 пройдет спектакль «Урок дочкам» по пьесе Крылова для военнослужащих. В детской музыкальной школе имени Балакирева 18 мая в 15:00 пройдет концерт третьего конкурса фестиваля ансамблей и оркестров «Мозаика». А 19 мая его закрытие. Приглашаются все желающие. 18 мая на центральном поле ИКАР пройдет летний фестиваль ГТО среди обучающихся образовательных организаций в городе Сарове в 2024 году. Начало в 14:00. 18 мая на спортивной площадке молодежного центра пройдет цикл спортивных мастер-классов «Спорт. Альтернатива вредным привычкам». Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.